Во вторник утром в Орел прибыл новый трамвай. Доставили его на специальном трейлере. Сделанный по образцу чешского, вагон вышел с конвейера екатеринбургского завода «Уралтрансмаш». У него слегка тонированное стекло, лобовое стекло круглой формы, мягкие сиденья в салоне. В ТТП говорят, красавец стоимостью 15,5 миллионов рублей будет экономить электроэнергию почти в два раза. Пока его осматривают местные механики, и уже 20 июня после обкатки новичок выйдет на линию. Вот это первый трамвай, который пришел по федеральной программе. Я в этом, в решении этого вопроса очень благодарен Александру Петровичу, губернатору нашему. Конечно, будем надеяться, что лед тронулся, и это первая ласточка. Уже известно, что новый трамвай пустят по первому маршруту от улицы Привокзальной до Крамского шоссе через центр города. Сегодня в обновлении нуждается почти весь парк ТТП. Это почти 80 машин, заявляет руководство предприятия. Последний новичок прибыл сюда в 2010-м. Это был низкопольный троллейбус, купленный за счет предприятия.